Короче, всем здрасте. Это маленькая история о том, нужен ли дрифт-корч или не нужен. Об этом можно много рассуждать, и многие делают правильный выбор, а многие неправильный. Но все это сложно, и поэтому я решил своими мыслями поделиться с вами. Но вообще, по итогу я вам скажу честно, дрифт-корч не нужен. Не, хотя, не, я подумал, нужен, все же нужен, все же нужен. В начале видоса хочу сказать о том, что вполне возможно я не прав. Ну, даже не вполне возможно, однозначно, с определенной точки зрения я однозначно не прав. Каждому свое. И это сугубо вот, ну, мое мнение, и я не говорю, что им нужно придерживаться. Просто вот решил поделиться. Суть разговора. Дрифт-корч — это потрясающе, реально потрясающе. И сейчас такая тенденция, все любят дрифт, там зимний дрифт более дешевый. Все кайфуют, все хотят ездить, типа они такие серьезные поцики, все дела, там как бы. Я тоже такой же, нечего скрывать, да, и кайфово, и здорово, и там в инсту выкинуть, как классно я там наваливаю, или там я учусь, или еще что-то. Но есть одна маленькая проблемка. Это дорого. Да, реально это дорого. Кто бы вам что ни говорил о том, что типа, да ну, ребята, что там, корч за двушку и поехал. Ну, это несерьезно на самом деле. То есть он не будет нормально ехать. Понимаете, когда ты строишь корч за двушку, он тебя нормально не едет, только бесит тебя и раздражает. Ты не получаешь положительных эмоций. А это уже косяк. Как бы оно надо тебе или нет. Вопросов нету, внимания просто куча. Вот сам езжу по городу, очень много обращать внимание, особенно если красивенький, аккуратный дрифт-корч, просто потрясающе. Особенно если там пацаны не женатые, девчонки просто вообще все пялятся, очень много. Даже учитывая я, что, скажем так, уже мне не 20 лет и у меня живот, пялятся девки все равно, потому что я на дрифт-корче езжу, понимаете. Так вот, к чему я все это развожу демагогию? К тому, что, чтобы испытывать полноценное удовольствие дрифт-корча, он должен финансово тебе не тянуть на низ. Он должен быть просто по кайфу. Чтобы когда ты об бордюр ловишь колесо, ты такой вышел, поржал, вызвал такси, вызвал эвакуатор и уехал. И чтобы вызвать такси, вызвать эвакуатор, для себя было то же самое, что купить пакет молока, чтобы тебя финансово это никак не напрягало. Почему-то же в нашем мире огромное количество пацанов просто за последнее, за стипендию, за там подработки на каникулах, вот этот корчи строят, там что мучают, за год 3 раза выйдут. А толку какого? Вы спаливаете юные свои годы жизни, не получаете эмоций и теряете возможности в других своих вопросах, понимаете, ребята? Короче, мой посыл этого видео таков, что, хлопцы, сначала надо зарабатывать бабки, понимаете? А затем уже покупать дрифт-корчи или строить их. Если у вас нет нормального дохода и вы тратите, скажем так, 80% своего бюджета на дрифт-корч, выкиньте эту идею. Вы теряете жизнь, вы реально теряете жизнь. Дрифт — это круто и весело, но не настолько, чтобы просрать юные свои годы жизни, когда тебе 20, просто на это железо, понимаете? Я скажу так, что я шел к дрифт-карчу, наверное, год, я взвешивал, потяну или не потяну. И я расчетный был бюджет этой машины где-то типа, ну, трешка, типа, ну, 3,5, ладно, ложусь. По итогу осенью она стала мне уже всем, и я перестал считать. Сейчас я вообще без понятия, сколько она. И даже не хочу начинать, потому что это реально дорого. Каждый выезд у тебя постоянно что-то отхлебывает. Это нормально, это дрифт-корч, понимаете? Как бы ты классно не собрал. Я не говорю, что там, ну, жестко что-то отхлебывает. Ну, просто по минималке. Подвесной подшипник. Вот я реально. У меня расшатался подвесной подшипник. Знаете, сколько мне обошлось его поменять? 190 рублей. И то это знакомое СТО. Так, короче, 100 баксов, 80-100 долларов. Один раз покатался просто, понимаете? Ну, не один. 3 раза по-сухому долбанул. Вот и все. И вся математика. Просто, конечно, может быть, у вас сценарий жизни такой, что, мол, типа, мне на все плевать, я кайфую как хочу, типа, и все. Вполне возможно. Но просто, понимаете, те годы жизни, которые вы сейчас просираете на этот дрифт-корч, который только вот вам, ну, круто, и вам вот, типа, кайфу вашим пацанам, вы год за два отдаете. 2 года просранных денег на дрифт-корче 20 лет, это минус 4 года в 35 ваших, понимаете? Потому что вы просрали жизнь на просто свою развлекуху, и все. Я призываю к тому, что нет, чтобы не строить дрифт-корчи. Нет, стройте, это круто, здорово. Но чтобы это мероприятие из вашей жизни вынимало только какую-то маленькую долю, понимаете? Потому что если вкидывать все бабки в дрифт-корчи, это полный пассив, и который только высасывает у вас энергию. Вы даже не кайфанете нормально. Вы будете перед пацанами грудь колесом, типа, смотрите, какой я классный, дерзкий, у меня дрифт-корч, а сам будешь просто, ну, лапу по вечерам сосать, потому что у вас бабла не будет, чтобы его заправить, понимаете? А на людях будете вы крутой пацан. Зачем это вам надо? Зачем портить себе жизнь? Ребята... Глеб, рот закрой. Короче, мне оператор просто мешает рассказывать свою историю. Просто Глеб не очень любит дрифт, но он меня снимает, поэтому мне вечно подсаливает. Короче, фишка в том, что, понимаете, не тратьте свою юность и последние деньги на дрифт-корч. Оно того не стоит, понимаете. За год 3 раза вальнуть бачком и валить туда трешку, последнюю денег, ну, не надо, не делайте. Сходите просто, посмотрите на дрифт, понимаете. Если очень хочется... Что? Посмотрите. Если уж очень хочется валить боком, ну, возьмите в аренду машину. Отдайте 100 баксов аренды 3 часа. Пораздавайте 2 раза и все, понимаете? Кстати, вот по этой же причине я не еду в Pro2. В этом году в Минске организовывается мероприятие Pro2. И я понимаю, что туда, если ехать по кайфу, чтобы было, реально по кайфу, ну, наверное, надо... Ну, 5 выкинуть, 5 зелени выкинуть, чтобы нормально, вот, если я ни в чем не отказывать. То есть резина, механика, чтобы тебе, ну, не постоянная механика, чтобы помогал там тебе колеса какие-то менять, такие передвижения, все транспортные, гостиницы, мелкие ремонты. 5 за сезон идет, я прикидывал. Ну, я не готов 5000 долларов потратить, понимаете, то есть, и поэтому я отказываюсь. Ну, конечно, я еще не очень езжу, это тоже аргумент, но можно было по кайфу поехать, покататься. Но я сделал, что нет, я не поеду. И, ребята, те, кто собирается в Pro2 на последние бабки, ну... Тому, кстати, прикольное будет шоу, я на этом понаблюдаю, будет интересно, но подумайте еще раз, надо ли оно вам или не надо, понимаете? Потому что вы сравняетесь на тех, кто, ну, как бы живет по-другому, типа я буду таким же, но равняться нужно не в дрифте, а в своем социальном положении, понимаете? Нужно двигаться просто по жизни больше и там зарабатывать деньги. Все дрифтеры, спросите, говорят о том, что сначала заработаешь, а потом идет в дрифт. А на форумах куча вопросов, типа, а как же мне пойти в дрифт, у меня нету спонсора, где найти спонсора? А нет в Беларуси спонсоров, забудьте, не существует их, понимаете, только левый и правый карман, так что тут даже, ну, нечего разглагольствовать. Также еще какой момент хотел вам заострить внимание. Еще мысль. Пацаны, не обманывайтесь, вот стопудово, вот вы такие, знаете, думаете, куплю себе 36-ю, буду на ней аккуратненько типа ездить, а потом продам. Не продадите. Если начнете на ней дубасить, вы потом нормально не продадите, если будете нормально дубасить, понимаете? Я не говорю о гражданской BMW. Так что не стройте себе иллюзии о том, что я построил корч, потом его продам дороже. Вот стоимость этого корча сейчас на рынке, вот максимум, за что его продам, Ну, 2,5, это максимум, 2,5, больше никто не даст, понимаете. Единственный вариант, если вы будете сами себе ковырять в дрифт-корч, как бы, но мне вообще тогда вопрос, а чем вы занимаетесь, что у вас еще есть время и корч ковырять, и зарабатывать, и ездить? То есть я вообще этот сценарий жизни, то есть я не спорю, какие-то мелкие работы, да, но в целом сам ты все не сделаешь, это как бы, ну, надо на СТОшку отдавать, либо кому-то, к парням в гараже, кто знает. Короче, посыл твоего видео в том, что, пацаны, не ездите и не дрифтуйте на последний, пожалуйста, потому что вы только разочаруетесь в дрифте и не кайфанете от этого, потому что я это прощупал на себе. Есть периоды в жизни, когда такой тебе, вот когда мне движок стукнул, понимаете, я только начал двигаться, типа вот дрифт, все здорово, потом бац, двигатель отхлебнул, полторашка, просто так полторашка, и в тот момент такой думаю, да ну баню, зачем мне этот вообще дрифт, зачем я с этим связался, понимаете, потому что я не был к этому моменту готов, пришлось перекручивать финансовые потоки, чтобы как это сделать, и реально я тогда понял, что дрифтить, скажем так, ну, типа, на определенный бюджет не получается. Нужно, чтобы была свободная котлета. Это игрушка, реальная игрушка. Так что, ну, вот такой монолог получился. Все, наверное. Я закончил. Не ездите, пацаны, на последнее. Все, адьос.